Современная детская площадка появилась на Воробьевской улице у домов 8 и 10 благодаря областной программе комплексного благоустройства дворов. Резиновое покрытие, удобные прочные горки, качели и карусели. Все это теперь радует детей и взрослых. Посмотреть результат работы программы в этом дворе приехали депутаты Московской областной думы Сергей Двойных и Александр Легков. Комплексное благоустройство домов – это самое важное. Мы смотрим детские площадки, смотрим воркауты, где можно не только для детишек играть, а и отжиматься, подтягиваться. В общем, лавочки – самое главное, что для наших жителей, которые выходят из домов. Ну, за этим нужно следить. И очень здорово, что идет такая программа, что благоустраиваются как раз вот эти наши дворы, и хотелось бы, чтобы это больше продолжалось. Ну, а мы будем следить и по возможности делать так, чтобы это было как можно больше в каждом дворе. Помимо детской площадки, в рамках той же программы по благоустройству была построена и площадка для воркаута. Она также оснащена современными прочными конструкциями и резиновым покрытием. Это достаточно важная и такая полезная программа, потому что на небольшой площади уличные тренажеры, которые позволяют там позаниматься спортом, это может быть утреннее, и зачастую мы видим, что люди утром там делают пробежку, зарядку, и здесь можно позаниматься упражнениями утром и вечером. И самое главное то, что это недалеко от дома, не нужно тратить много времени, и поэтому мы считаем, что делая такие площадки для воркаута, мы будем как-то побуждать людей, создавать для них условия для занятия спортом. В планах по комплексному благоустройству дворов не только строительство детских и спортивных площадок, но и освещение улиц и замена асфальтового покрытия. Алена Ромашкина, Кирилл Емельянов, программа «События».